Всем привет, с вами Тони Батори, и сегодня мы играем, точнее играю я, в Южный парк, The Stick of Truck. В общем, пожалуй, начнем. Нажимаем новая игра. Кстати, эта игра, насколько я знаю, вышла недавно, и все такой стал мейнстрим снимать, типа летсплей про нее. Ну что же, мы видим заставку. Картман что-то говорит. Мы видим субтитры. Кому интересно, можете почитать. То есть, походу, сюжет будет о этой палке какой-то. Кто, короче, получит эту палку, тот и будет управлять, типа, всем миром и... Короче, всем, насколько я понял. Ну ладно, посмотрим. Создаем персонажа. Тон кожи. Не знаю, создавать нигера или нет. Мы же будем жить как бы в Америке. Так, ну ладно, посмотрим. Создаем, в общем, такого бледного чувака. Так, что здесь у нас такое? Ладно, вперед. Выберем прическу. Так. Это у нас что за афро? Да как у меня кожа белая, я не буду ее ставить. Так, это хуйня какая-то. Это что вообще за мухомор какой-то? Ему бы еще прыщей. Вот такая прическа. Это типа Эмма. Во, нормальная такая прическа. Как, кстати, у меня сейчас в реале. Так, что здесь вообще еще есть, посмотрим. Такой ракет, типа. Лол. Ладно, я думаю, поставим вот эту. Цвет выберем черный. Вперед. Так, одежда. Так. Что здесь можно выбрать-то вообще? Сейчас посмотрим все. Такой, типа, школьник. Не знаю вообще, какое там время года будет, если честно. Ну, по стандарту как-то не очень хочется. Пожалуй, я выберу какое-то, типа, вот из этих. Или вообще это. Не знаю, мне нравится так. Такой стиль. Может, другой цвет можно? О. Такой голубой более, мне кажется, будет фиолетовый. Не знаю. Поставим такой. Бирюзовый. Так, макияж. А, типа, его отпиздили в школе. Грустный пиздец. Мухомор, это, кстати, под ту прическу. Но если бы я выбрал ту прическу, я мог поставить такой макияж. А это чё? Это на него насрали, что ли? Лол. Это ему зашили щеку. О, ладно, так. Не знаю, я, пожалуй, не буду ставить ничего из этого макияжа. Здесь ничего годного нету. О, это похож на этого удава. Вот эти очки. Если так посмотреть именно на такое круглое лицо. Так, ну, пожалуй, я из очков возьму что-нибудь такое модненькое. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Так. Нет, не буду очкариком. Пизду. Плохая затея. Так, мы создали своего персонажа, и сейчас, я полагаю, мы заспавнимся в Южном парке.
ждем. Продано, типа. Как я понимаю, сюда въезжает какая-то новая семья и вместе со мной. Они радуются переезду. Да, они просто так ворвались в комнату. Такой чувак стоит. Нет, я не пойду гулять, я Хика. Малой просто залип и ничего не может сказать. Так. Перемещаться по комнате. Посмотрим, что здесь есть вообще. Так. Если честно, не играл еще в эту игру даже. Что здесь вообще делать? Так. Пробел. Так. Блять, что здесь можно взять? Так, деньги. Блять, как это закрыть? Что здесь еще есть? Блять, почему я не могу открыть шкаф? Я криворукий или что? Так. Бейсбольная карточка. Храни предметы на складе. Так. Так, они типа на складе. Ну ладно. Так, хорошо, выйдем из комнаты, посмотрим, что там вообще есть. Так, дверь. Такая комната, типа, все. Только приехать, столько все вещей. Блять, ключ. Что здесь у нас есть? Старая губка. Так, блять. Деньги. 10 центов. Отлично. Лол. Так перелит забавно. Что здесь надо делать сейчас? Так, это я удачно пострял или нет, я не понял. Ну ладно, надо все равно пернуть. Так. А, подожди, здесь можно что-то из туалета взять, какашку. Почему бы не взять реально свою какашку из туалета, которую вы посрали? Всегда так, если честно, делаю в реальной жизни. Так, что здесь вообще можно? О, помыться надо. Конечно, в одежде. Вообще похуй. Выключим воду, закроем дверь. Так, ладно, пойдем. Откуда мы пришли? Я... Бля, я не помню, откуда мы пришли. А, во. Так. Мне сказали выйти на улицу, чтобы познакомиться вообще с кем-либо. Но по этому чуваку видно, что он хика реально. И, блядь, у него нет желания выходить куда-либо сейчас. Так, что здесь еще есть? Мамка готовит на кухне, ну как всегда. Что можно взять в холодильнике? Так, надо шлепнуть мамке по попе. Деньги спиздим у мамки. Так. Целебный эликсир какой-то. Так. Деньги, деньги, деньги. Самая нужная мне вещь — это деньги. Ну, посмотрим вообще, что здесь. О. Настоящий ад для Хики.
Так, я не прочитал, что там было написано, ну ладно. Теперь тебе дали задание. Нажмите О, чтобы открыть. Так. Ты с родителями только что переехал в Южный парк. Они хотят, чтобы ты пошел на улицу и подружился с кем-либо. Так. Актив. Новенький в городе. Ну окей, сейчас попробуем тогда с кем-то подружиться. Это что за хуйня? Я, конечно, еще не очень привык к управлению. Так, ладно. Если пойти туда, то нам нельзя. Направо. Интересно, можно разъебать синговика? Интересно, кто этого снеговика слепил, если он, блядь, ниже его ростом. Ладно, сломать снеговика не получилось. Баттерс. Давайте отпиздим вот этого чувака. Потому что я его не знаю. Я знаю только Баттерса. Я расскажу всем мамке. Баттерс. Сосед Баттерс, ну ладно. Великий магистр. Так, надо помочь Баттерсу. Если не хочешь идти обижать, надо нажимать левый shift. Ну, я как-то прыгаю, а не бегу. Мы стучимся к Картману, я полагаю, да. Великий магистр. Так. Ключи от гаража Картмана, конечно же, надо взять. Потом, возможно, мы что-нибудь спиздим. Так. Лол, затроллил мамку. Она как-то играет в телефон. И по нему вообще не говорит. Так. Ладно, включим ей телек, похуй. Пойдем дальше. О, Кенни уже скатился до такой степени, лол. Так, хорошо, что мне здесь надо сделать? Поговори с Картманом. Так. Назови нам свое имя. Хорошо, мое имя будет. Блять, как меня назвать? Ладно, пусть будет. Батория. Батория просто. Так, карту ты написал. Чмо. Ты охуел? Так, я не понимаю, что здесь надо нажать. Чмо не прав. Лол. Сука! Он охуел! Так, за кого мне надо? Еврей, это сразу. Отклоняем вор, маг, воин. Так, ну я полагаю, что вором быть как-то не очень. Маг или воин. Так. Мне кажется, маги там будут хуйней всякой страдать, типа вот. Колдовством, поэтому буду воином. Таким отважным. Да, уверен. Блять, почему он меня называет чмо? Сука. Он меня троллит, что ли? Купи оружие у Клайда. Так, я забыл, кто такой Клайд.
Вроде он. Так, купить, продать. Оружие. Блять. Клинок воина. Ну, я полагаю, что только это мне открыто, и вообще я могу это купить. Так, ну ладно, я купил. Так, здесь мне еще закрыто. Снаряжение. Так, ты купил свое первое оружие. Надо нажать I, чтобы перейти в инвентарь. Так, здесь у меня клинок воина, отлично. Так. Так, надо достать оружие. Так, как ты его взять с собой? Отлично. То есть мне надо надрать задницу своему дилеру. Лол. Окей. Как пиздиться-то? Я не знаю. Так, вверх блок. Он не ошибись собирается. Так. Их два комбо, отлично. Так, очки способности у нас, я так понимаю, это здесь. Отлично. Лол. Так, хорошо, попробуем еще раз. Бля, я походу вместо меча попал по его голове, лол. Так, хорошо, попробуем еще раз. Бля, я опять, короче. Сломал биту, лол. Ты чё, хуел? Подохни, лол. Так, все, я выиграл. Охуенная, кстати, логика. Я не умею драться, я победил какого-то супер воина своего дилера. Почему он меня называет чмом? Так, ладно, встретиться с Картманом в его палатке. Японская музыка играет такая, типа. Just
тревога, говорит Баттерс. Что-то будет интересно, мне кажется. А, ну, блядь, шоколадецкие игрушки. Так, посмотрим, что у них здесь. Защити палку истины. Так, мне надо блокировать атаки от этого хуесоса, лешего. Попробуем дать ему пизды. Так, у меня пока нет такой возможности, поэтому нам придется просто обороняться. Охуенная справедливость. Так. Сука, хватит меня пиздить. Сейчас я тебе покажу. Сосать, все. Да охуел, что ли, Картман на меня пиздит. Я обороняюсь и так, как могу. О, отлично. Отлично, я его выебал. У него выросли эти уши, что ли? Я вроде их не видел до этого. Так. Отлично. Одного я убил. Блять, этот лучник меня заебал. Так, мне надо восстановиться. И нанесем ему пизды, дадим точнее. Отлично, все, он сдох. Ёбаный эльф. Так, тут вообще какой-то вписончик конкретный. Я не знаю, кто здесь мой, кто здесь не мой. Но я полагаю, что вот этого пидораса надо отпиздить. Так. Блять, я убил кошку. Почему их всегда двое, а я один? Мне не может помочь, допустим, тот же Картман. Ты охуел, пидорас. Так, мне надо взять лук. Отлично. О. Блять, я еще не слишком привык к этой системе. Еще попробуем заново. Так. Отлично, блять. Затащил капт. Он чё, охуел? Так, ладно, попробуем что-нибудь другое юзануть. Так, почти снес ему всю хпшку. Он без сознания, он походу какой-то танкист и одновременно, блядь, продают арбузы. Так. Нет, пока я думаю, мне не стоит это использовать. Так, отлично, у него один хп. Я добил. Все. Он сдох, а я, как всегда, живой.
Так, что здесь у нас? Баттерса пиздит, он ничего не может сделать. Но почему так? Что за несправедливость? Надеюсь, Баттерс хоть здесь мне поможет? Нет, опять я против двоих. А где Баттерс, блядь? Я за него заступался. Лол. Отлично. Так, теперь мне этого надо также отпиздить. Он просто стоит со своим молотком каким-то. Сука, я опоздал. Так. Почему слишком рано? Но все равно я его убил в любом случае. Отлично, так. Все, они сдались, мы их порвали. Только почему-то все это сделал я, а не вот эти два пиздюка. Лол. Какая печальная новость. Охуенный у нас дилер. Лол, Баттерс радуется тому, что дилеры изгнали из нашей команды. О, нихуя себе, какой у Картмана iPhone. Он... Он долго будет пиздеть? Все, мне надоело. Так. Задание выполнено. Второй уровень. Посмотрим, что теперь у нас есть. Новое задание. Так, посмотрим, какие у нас... Какое у нас развитие способностей. Нажмем N. Так. Рукоприкладство. Смятку. Так. Ой, я отпиздил мамку Баттерса. А что будет, если пердеть на нее? Лол. Она думает, что я пержу по-испански, лол. Ей понравилось. О, она испытывает оргазм от того, что ее бьешь клинком. Хорошо. Так, что здесь можно залутать еще? А если отпиздить Баттерса? Такой смех охуенный. Я бы себе тоже такой хотел. Посмотрим, что у нас есть на улице и что вообще нам сейчас надо делать. Так. Новое сообщение. Как эти сообщения-то посмотреть, кстати? Так, вот, походу. Или нет. Так, хорошо. Что у нас здесь такое? Все, они еще тратят мои хп, лол. Если на них попукать. И они все... Они убегают от меня или нет? Я не пойму. Так, ладно.
Так, что еще нам нужно сделать? Так. О! Гараж Картмана. Серая краска. Что еще есть? Так. Попробуем зайти опять в дом. К этому Картману. Я не понял, если честно, что мне надо сделать. Сейчас посмотрим наше задание. Так. Картман. Может быть, чувак, у тебя есть все платные плюшки. Все, вот отстой, обнимая сраная. Тервозина маман. Разрешает скачать только одну плюшку. Так. Задание. Созови лучших. Цель у нас найти Крейга у него дома и поговорить с ним об игре. Найти какого-то токена в его роскошном доме и пригласи его присоединиться к твоей игре. Найди Твика в кофейне «Братья Твик» и узнай, сможет ли он присоединиться к твоей игре. Так. Хорошо, и что мне здесь, собственно, куда мне идти? Где этот Крейг находится? Ну ладно, пойдем на поиски Крейга и ему подобных. Ну я полагаю, здесь нельзя с локации этой уйти. Почему так? Это вообще хз. Может быть, налево надо? Здесь вот. Да, вот. Дуги какой-то. Ну я ему вообще не завидую в плане волос, в плане его макияжа, как это говорят нам разработчики. Так. Посмотрим, что у нас здесь в этом доме. Чей это вообще дом? Опять чья-то мамка. Пиздишь мамку чью-то и ей просто похуй, она игнорирует тебя. Отлично вообще. Так, какашка, которую пописала, лол. Флешка. А, так это, вот это оказывается мамка Баттерса, а та была мамка Картмана, так что извиняюсь за то, что я перепутал. Заберем все, похуй вообще. А он стоит, главное, залипая свой телефон с трубой. Лол. Так. Бля, так нахуя мы в дом Баттерс зашли? Нам нужно найти какого-то Крейга. Блядь, вот жизненно читаешь книгу, хотя я не читаю, но и телевизор всегда остается включенным. Так. Че за хуйня? Ладно, похуй. Попробуем другой дом. Это мой дом. Да. Дальше нельзя. А, вот. Отлично. Так. Тимми какой-то. Баттерс, походу, застрял в текстурах. О! Это тот, кого я вообще никогда ненавидел. То есть, это Тимми инвалид. Инвалиды — это биомусор. Так. Еще он картавый инвалид. Так, автобусная остановка. И что здесь мне надо делать? Не знаю. Что произошло, вы узнаете в следующей серии, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы проходить со мной Южный парк. Всем пока.